хочу поблагодарить наших десантников Савелия с охраны, которые в это лето и с нашими пожарами не просто, но справились, помогли нашим соседям из Республики Карелия, и совместными усилиями более 3000 гектаров потушено. Сейчас мурманские десантники снова помогают коллегам. На этот раз северяне работают в Якутии. Лесные пожары там начались еще в июле. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил уже больше 3 миллионов гектаров леса.